Ну что, друзья, мы, по-моему, въехали в город Винтертур. Здесь я уже был. У меня, по-моему, даже видео есть. И, по-моему, даже я вроде бы как велосипедом катался, насколько я помню, вроде бы. Это так, на память. По памяти, вернее, даже правильно сказать. Такая вот инвалидная колясочка какая-то, или что-то, я не пойму, четырехколесная какая-то. Но уже, видите, с таким, с крышей, как бы совсем, в случае дождя, это может какой-то зимний вариант. Налито, может, конечно, там как-то открывается. Опа, слева, гляньте, какой тоже родстер, такой старенький авто. Да, я здесь велосипедом спускался, я помню эти зигзаги. Эти повороты. А потом, по-моему, если не ошибаюсь, возле ЖД вокзала, а потом там по центру прокатился, там еще по площади, еще даже какой-то типа, ну как называете, блошиный рынок какой-то вот. Всякое какое-то там старое. Так, велосипед 3000 франков. Очуметь. Ну вот видите, веломагазин справа. И ну блин, ну 3000 долларов за велик, конечно. Но опять же, для ихних затрат, или может быть, конечно, и не так, ну как бы ощутимо, то есть по затратам. Вот я хотел глянуть, которые вот шоссейные, я не вижу такой треки, сколько, 1100 с чем-то ценники. Так, едем прямо. Кто-то скажет, за 3000 или там за 3000, но это электровел, отдавать 3000 за электричку, да ну нафиг, там можно купить там какой-нибудь там бэушный там автомобиль. И ну это типа автомобиль же. А это вот здесь, кстати, видите, как ЖД, шлагбаум, и вот электричка какая-то двухъярусная, может даже ну поезд. Ну видите, на 3 или сколько, я не посчитал, 3 или 4 вагона, но это можно на видео потом пересмотреть, сколько это занимает. Вот так, смотрите, раз и проехался, и открывается сразу. Все в автоматическом режиме. Как-то так. Только вот я, конечно, как-то заехал. То ли здесь можно, то ли нельзя. Но мы будем по главной ехать. Так как и вот поворачивает дорога. Это синяя полоса, видите, паркинг платный, за него нужно платить. Так, где-то здесь у меня до выгрузки 3 километра еще. Где-то вот дальше вот будет перекресток и налево. Используйте второй поворот налево. На следующем повороте поверните налево. Вот, 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 Теслы. Ладно, пока ждем. Друзья, и вот здесь как раз на перекрестке, на этом, с левой стороны, я помню, там стояли кемперы с ихними прайсами, по которой цене. Вроде бы я там чуть-чуть показывал, что сколько стоит. Так, сейчас. Готовьтесь через 250 метров держаться левее.
здесь, так, это бус. Левее, вот так вот. Бам-барам-бам. Видите, как для автобуса. Парковка направо. 180 налево. Получается, мы должны проехать под этим самым путепроводом. Правильно, под рельсами. Да, и мы выехали, там как раз ЖД, вокзал, центральная площадь. Их, ну, не центральная, но ЖД площадь. Не успеваем мы. Да, это все, я катался через 100 здесь. 100 метров, держитесь левее. Ладно, пока стоим, ждем. Смотрите, вот тоже арендованные велосипеды. И дальше там с коляской тоже вот так вот. Ну, интересно, я говорю, что вот жизнь все-таки, кто говорит, там велодорожек, видите, хватает. И люди предпочитают даже иметь велосипеды. Чтобы как-то кататься, добираться, так получается быстрее. Возможно, ну, я, может, ошибаюсь, конечно. Но как-то так. Через 140 метров плавно поверните налево. GoPro стоп видео. Ну что, едем, едем, едем. Впереди паркинг подземный. Нам 2,4 километра до места назначения. Повороту через 450 метров. Я, получается, как-то заехал, наверное, может быть, надо было где-то с другой стороны заехать. Больше проехать по автобану и дальше просто уже меньше кружить по этому городочку. Ну, чего уж. И опять же, и здесь я был. Я это все помню, друзья. Ай-яй-яй-яй. Так, транзит. Налево, вот вернее, ну вернее прямо там он написано. То есть, чтобы не через направо поворачивали, а по прямой. Не, ну я вижу, там, там проехала улочка, там грузовики, так что в принципе ездят. На следующем повороте поверните направо. Это не, не то, что там будет сейчас бы. На следующем повороте поверните направо. Я думаю, что за это я не получил бы какой-то штраф. Что не так я поехал. Так, видите, пешехода нужно пропускать. Да не особо и не. О, ну хоть спасибо сказал, типа. Особо, видите, как идут себе, да идут. И все, ты обязан их пропустить. Попробуй не пропусти. Так, а мне надо чуть-чуть врулить, потому что не вмещаемся в размеры. Так, и здесь еще. Готовьтесь к левому повороту через 300 метров. 300 метров налево где-то. Пока по прямой. Ну что, интересные места. Смотрите, сколько велосипедистов. Вот так вот. Здесь налево. Через 100 метров поверните налево. А вот машинка, которая лесо заметает, убирает дороги. Друзья, ну, камера перегревается. Вот, и... Короче, как-то так. Я не знаю, как будет с самим роликом, потому что неподходящий момент. Я что-то немного затупил и кондиционер выключился, а оно как бы от солнца тепло повеяло, и камера у меня
включается. Сейчас подал прохладный воздух на лобовое стекло, чтобы немного остудить ее. Здесь навигация показывает где-то налево 200 метров, но там я не въеду, не вкручу, то есть оно получается вот здесь, фирма где-то вот уже по левой стороне, там только параллельно где-то улица. Но мы немного проедем дальше. Вот здесь, вот хоп, вот здесь налево. Ну как я тут, я сюда, ну теоретически можно как бы заехать. Но это все в притирку, и зачем, если вот есть вот нормальные заезды. Заезды, проезды, подъезды. GoPro, стоп видео. Ну что, поехали. Ну, тут главное, чтобы не зацепить прицепом еще никого. Вроде бы все хорошо. На следующем повороте поверните налево. Так, она мне предлагает следующий поворот, а я поеду чуть-чуть дальше, потому что заезд оттуда вроде бы. На следующем повороте поверните налево. Можно было и туда въехать. Ну вот здесь налево повернем. Перепроложить. Готовьтесь к левому повороту через 300 метров. Так, ну мы вроде бы приехали. Вот оно вроде, это Бринер Шталь энд Бау сервис. Так, парковка. Через 200 метров. Так, приват. Бам-барам-барам-бам. Это скорее всего выезд отсюда, так? А мне же надо заехать. Ладно, друзья, я пока приехал, а потом уже будем дальше включаться. Затем вы будете в конечный пункт. На следующем повороте вы.